Доброго всем утра. И мы в Ижевске. 13 градусов тепла. Но, в принципе, нормально так. Ветерочек, правда, освежающий. Вокзал. Наш поезд. Кстати, мы уже... А нет, 4-й вагон у нас. Я думала, мы 3-й стали. Поезд стал коротким. Нас отцепили где-то вагонов 4 в Ульяновске. Сын Удмуртии, гений человечества. Памятная доска. Лавочки. Вот такой вокзал Ижевск. Там остается еще совсем чуть-чуть. Главная такая станция будет, это Чепца, где мы попробуем с вами перепечи. Скорее всего, будут с картошкой, возможно, с грибами. Ну, посмотрим, с чем будут, с тем и возьмем. Ребята, я зашла в вагон, в тамбур, потому что там идет дождик такой мелкий. И смотрю в телефоне, у меня всего 9 градусов в Ижевске. Я и думаю, почему так холодно? Что-то этот градусник у них, наверное, врет. Ребята, мы в Чепце. Туалет знаменитый. Мы купили перепечи с грибами, есть пестиками, есть с малиной, ну, это с вареньем малиновым, ну, и шеньги. С картошкой нету перепечи. Ну, мы сейчас еще прогуляемся туда вот вдоль. Глянем там, что есть. У нас сейчас будут менять опять тепловоз. Коротенький наш поезд. Совсем коротенький остался. Тут его пробежать-то взад-вперед. А было 20 с чем-то вагонов. В общем, 4 отцепили. Наших всего 13. Лавочка у них тут с шишками. А зелень-то совсем, смотрите, только начинает зелень. Ой, а в Перми-то, наверное, вообще лысые деревья. У них местный агапыч. Такое ощущение, что он еще не работает. Станция Чепца. И вот угнали наш один тепловоз. Сейчас другой пригонят. Гудит и гудит. Все, вот наш туда угоняют. И сейчас пригонят нам другой. И мы уже до Перми поедем на другом вот том красненьком тепловозе. Ребята, нам цепляют электровоз. ЭП-2К. Вот он довезет нас, наверное, до Перми. Должен довезти. Включили самый медленный ход. Сейчас будет прицепляться. Еще маленько. Очень медленно. Есть контакт. Сейчас сцепь присоединит все шлабги. Полез куда? Пашпак снял. Все деревья распускаются потихоньку. Вот так вот только пока еще. Наполовину, можно сказать. Вот так травка зеленеет, солнышко не видно. Ласточек тоже. Такая обстановочка здесь. Подснежники, здесь первые подснежники. В это время здесь уже мать-мачеха цветет, а в этом году только подснежники пошли, представляете? Еще немножко вам подснежников. Так вот понемножку они вылезают. Этих желтеньких цветочков будет очень много, здесь желто-желто будет вообще. Ребята, мы будем доедать остатки помидорок. Традиционная килька в томатном соусе. У бабулек в Чепце купили шаньга с картошкой. Это перепечи с грибами.
Ну и будет у нас кофе с молочком. Всем приятного аппетита. Там будем завтракать. За окном у нас Удмуртия. Удмуртия выглядит вот так. Ёлки уже высокие. Бурелома. Картинка изменилась за 3 дня. Когда мы едем в сторону юга, мы это проезжаем ночью и не видим. Открывает кильку последняя консерва в нашем путешествии. Такую взяли, черноморскую. Киречка выглядит нормально. Почти как барабуля. Барабуля покрупнее, конечно. Ну тут с глазами, с головами, с кишками все понятно. У барабульки не было ни голов, ни хвостов, ни кишок. Вот в этом вся и разница. Килька, что ее пробовать-то? Это мы проехали Кез. Движемся дальше. Начинаем дегустировать кильку. Килечка с шанишкой. Не-не, шанишку под ней. Вот так вот укладываем. Так, аккуратно раскладываем. И пытаемся откусить. Вот так. Вкусняшно. Супер-пупер. Вот так вот. А за окном Кез. А за окном Кез. Поселок. Граница Удмуртии и Пермского края. Ну, что так выглядит нормально. Обратите внимание, на березках нету даже почек. Мы так и думали, что мы приедем, и листиков даже не будет. А мы уже лето видели. Представляете? Там, где уже все цветет вовсю, где красота. Возвращаемся, в общем, к нам домой. Знаменитые перепечи. Чуть не забыла снять. Очень вкусно. Это с грибами, с рыжиками. Мы всегда их берем. Нам очень нравится. Пьем кофе и едим перепечи. Очень вкусные перепечи. А в окошке вон там буреломы всякие. Такие тоненькие, грибочки такие вкусные, вообще обалдеть. Из печки. И кофеечек. За окном вот такая картина. Верещагинский район. Это Верещагино уже почти. А мы доедаем наши остаточки. Печенюшки, вот солонка осталась, пачка мармеладок осталась, ну и кофеечек допиваем. Опять приятного нам аппетита. Оставайтесь с нами. На нашем канале. Ребята, подъезжаем. Пермский край уже. Одуванчики. Скоро будет Камский мост. И мы дома. У нас картошку только сажают. А в Краснодарском крае она уже сошла и скоро будет цвести. Совсем уже подъезжаем к Перми. Остается около 15 минут. А одуванчики. Газпром. Ленгой. Второй чемодан. Это, наверное, Пермь сортировочная. Я так думаю. Много-много поездов. Штабной вагон. Адлер Пермь. И много одуванчиков.
погода сегодня даже очень ничего. А мы думали, дождик будет. По крайней мере, так показывал интернет. Сейчас прокатимся по мосту Камскому. Кстати, вот черемуха цветет, поэтому и холодно. И мы на вокзале. Такие овраги тут перед мостом. Железная дорога очень высоко расположена. Вот уже и Кама появилась. Подъезжаем на Камский мост железнодорожный. Въехали на мост. Вода вот такая грязноватая, но полноводная. Воду, видимо, спустили на Каме. Сходим с вами на первую, прогуляемся, посмотрим, как там дела. Подовороты вот такие видно. Все, сейчас выходим уже. Буквально 5 минут, и мы на вокзале. Мы медленно-медленно подъезжаем к Перми. Вот уже платформа. Нас встречают ЖД-машины. Встречающие бегут. Встречающие. Выходим. Двумя чемоданами, с одним рюкзаком, как обычно, все как обычно. Максим, канал Макс ТВ. Да, я снова с вами. Кто провожал, тот и встречает. Да. Все как обычно. Да. Мы идем к Колокольчику. Перми второй. Время 12:35. 5 минут назад мы подъехали. Пермь вторая украшена портретами наших героев, я так понимаю, к празднику 9 мая. Ура! Сезон открыт, приезжайте. Да, будет здорово. Идем с Перми второй к остановочке. Пермские автобусы. Чемоданы катятся ближе к дому. Ну, здесь березки уже зеленые. Пятый. Березы. Березы. Да-да-да, зеленые березы. Уезжали, не было еще вот этой листвы. Вот недавно совсем это все случилось. Вот такая красота. Город Лысьва посадили. Пихта. Муниципальный район. Тоже такая птичка, как вот на юге. Только она здесь коричневая, не черная. Это трамвай пермский. А ласточку я не успела заснять. Ее не видно. Май, Левушка. Видана. Львенок. Левка. А есть еще лев такой большой, длинный, сцепленный. Ребята, нас встречал Максим Шайдулин, канал Макс ТВ. Да. Хотим порекомендовать этот канал, как очень интересные такие видео тоже дает. Всем советую обязательно заглянуть на мой канал. Вам понравится, не пожалеете. Да. Снимаю виды прекрасные. Обалденные виды сверху. Да. Как плюс прогулочки, ну и путешествия, куда тоже отправляюсь, по городам. Ссылка будет в описании под этим видео. Да, добро пожаловать, всех буду рад видеть, кто заглянет. Ребята, мы вам привезли тепло из Сочи. Такое солнышко греет. Да, такая погода сегодня прямо шикарная. По-летнему. Куртках, правда, в куртках мы, но... Я в кофточке, в футболочке. Все равно тепло, о, бабочки уже. Вот видите, первая бабочка, о, вторая бабочка. Парочки прилетают. Да. Так что уже лето. Все, ребята, сезон открыли. Яблоня цветет здесь, в саду камней. Красиво. Ну, а мы прощаемся в этом ролике с вами. В общем, сезон мы открыли. Все замечательно. Приезжайте на море, купайтесь. Море, конечно,
Нагрелось до 14 градусов пока, но оно нагреется. И всем пока-пока!